На площадку Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области завозят первые элементы центральной фигуры монумента. Сначала доставили бронзовый пояс солдата. Сейчас отливка элементов памятника завершается на предприятии в Подмосковье. Для нас очень важно, и это можно сказать без преувеличения, чтобы наша территория внесла свой вклад не просто в праздник 75-летия Победы, но и дала возможность всем людям, которые проживают не только на территории Тверской области, но и московской агломерации, посещать этот мемориал, который бы хранил память о тех событиях, к сожалению, очень тяжелого времени, через которое прошла вся наша страна.